Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры, Олимпиады. Смотрим состав Манчестер Сити. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. На экране стартовый состав гостей. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры, Олимпиады. Смотрим состав Манчестер Сити. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. На экране стартовый состав гостей. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры, Олимпиады. Смотрим состав Манчестер Сити. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. На экране стартовый состав гостей. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Манчестер Сити разыграл мяч в центре поля, и игра началась. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Есть хороший адрес для передач. Фернандиньо. Илкай Гюндоган. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Брайм Диас. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Пас на ход партнером. Рахим Стерлинг.